Убрать мусор вместо мойки фасада районной администрации предложила коммунальщикам неравнодушная жительница Мирного. Вы не чувствуете запаха? Это просто вода, пожарная машина. А что, пожарными машинами сейчас окна моют? То есть любая пожарная может машины подъехать и так помыть окна? Нет, мы просто смываем. Что смываете? А что, в другие администрации так не моют везде? Где? Ну вообще в городе почему так не моют? Девушка сняла на видео, как неизвестные наводят лоск у здания муниципалитета и смывают моющие средства из бранспойта пожарной машины. Ролик тут же распространился по социальным сетям. Вот лучше вы мусор вывезли на этой пожарной машине. В Мирнинской районной администрации отметили, что официального обращения девушке не поступало. На наши вопросы попросили отправить в их адрес официальный запрос, что редакция телеканала и сделала. В свою очередь, службе МЧС работу пожарной машины прокомментировали как запланированную проверку пожарных гидрантов. По словам пресс-секретаря Государственного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия, такая проверка проводится два раза в год. В этот день, 8 июня, пожарную технику задействовали на проверке давления и перекачки воды в пожарном гидранте.